морозным утром 6 февраля полярный летчик-орденоносец Фарих готов к отлету. Зимой жестокие морозы, бураны и метели отрезают Арктику от всей страны. Проложить грандиозную трассу Северного воздушного пути в тяжелейших зимних условиях было поручено известному полярному летчику, орденоносцу Фабию Бруновичу Фариху. СССР Н-120 стартовал с центрального московского аэродрома. Проводить экипаж и командира перелета товарища Фариха пришли товарищи Шмидт. Москвой оранжевая машина легла на курс в Арктику. До Якутска самолет шел по облетанной трассе. Пилоты товарищи Фарих, Пацинко и штурман Штепенко готовятся к самому ответственному этапу перелета. Никогда еще не появлялся самолет над скалистыми отрогами снежных вершин хребта Черского. На высоте 3500 метров в 70-градусный мороз экипаж вел самолет в столицу Чукотки, в Анадырь. Начинается пурга, сообщали в Анадырь радисты соседних зимовок.
непогода продолжалась 18 суток. Лететь нельзя, ежедневно докладывал Фариху радист Сережа Васильев. После трех недель вынужденной задержки участники перелета вместе с зимовщиками вышли на последний аврал. Отсюда путь пролегал по памятной всем трассе, где летали советские пилоты к лагерю Шмидта. В бухте Тикси, одном из крупнейших портов Дальнего Севера, экипаж самолета ожидала горячая встреча. Фарих выздоравливал. Метеорологи и синоптики Тикси предсказали летную погоду. Над зимовками самолет сбрасывал почту. На пути в Амдерму самолет попал в густой туман, и обледеневшая машина благополучно опустилась в 15 километрах от зимовки. Снега. Экипаж самолета прощался с зимой.
Впервые за время перелета самолет опустился на траву. Перелет окончен. Столица горячо встречала отважных участников беспримерного трансарктического перелета. За блестящее выполнение задания правительство наградило орденом Ленина командира перелета товарища Фариха, орденами трудового красного знамени второго пилота майора Пацинко, штурмана Штепенко, бортмеханика Чагина, орденами знак почета второго бортмеханика Демидова и оператора «Союз кинохроники» Ефимова. Севера возвратился самолет Н-171. Экипаж четырехмоторного воздушного корабля зорко нес седовскую вахту на острове Рудольфа. Командир самолета, полярный летчик-орденоносец товарищ Орлов. Отличное выполнение задания правительства экипаж самолета награжден орденами. В этот же день воздушный корабль Н-172 собирался в дальний путь. Известный полярный летчик, дважды орденоносец Фарих, стартовал из Москвы в Арктику. Маршрут полета: Архангельск, Амдерма, Дудинка, бухта Тикси, мыс Шмидта, Анадырь. Самолет доставит грузы для портов побережья Северного Ледовитого океана и полярных станций. На трассах полярной авиации кипит жизнь.